Добрый день, дорогие друзья! В этом видео покажу одну очень такую скрытую настроечку в телефоне Android. Буду показывать на Xiaomi. Ну, попробуйте на всех моделях. Думаю, Android-система у всех одинакова. Будет точно так же. Смотрите, становитесь на вот чистый экран своего телефона. И делаете двумя пальчиками, как будто щипаете экран. То есть двумя пальцами щипаете экран. Быстро делаете это. Пока видите, появилось вот такое меню. Вышло меню, где мы нажимаем настроечки. И смотрите, вот здесь первые эффекты прокрутки экрана. Нажимаем. И здесь мы, смотрите, можем сделать эффект экрана. Наложение, мельница, книга, либо 3D куб. Смотрите, видите? Нажимаем готово. Вверху также вот здесь готово. И теперь смотрите, как пролистывается экран. На этом, дорогие друзья, у меня все. До следующих встреч.